Авторские куклы и аксессуары, гончарная мастерская, изделия из кожи и металла. Все многообразие работ, представленных тамбовскими умельцами, оценивает конкурсное жюри. Вот тоже хорошие, качественные работы. Конкурс «Умельцы Тамбовщины» проводит автономная некоммерческая организация Агентства социальной информации «Новый век» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В течение 2 недель тамбовские мастера и рукодельницы представляли конкурсные работы. За это время организаторы обработали свыше 150 заявок. В итоге для участия во втором туре и оценки жюри было отобрано 100 лучших творений. Есть тут совершенно разные работы, и не всегда там рука поднимается оценку поставить ту, которая объективно, как профессионально хотелось бы. Потому что мы понимаем, что работа, она принадлежит человеку, который действительно любительски этим занимается, но при этом вкладывает всю душу в свое творение. Поддержать умельцев Тамбовщины может и каждый из вас. Сегодня в официальной группе «В наших силах» ВКонтакте стартовало онлайн-голосование конкурса. Посмотрите фото работы и примите участие в публичном опросе. Сделать выбор в каждой из номинаций можно только один раз, вплоть до 2 ноября включительно. 3 ноября планируется гала-концерт, где мы наградим наших победителей денежными призами, дипломами, ну и небольшими такими сувенирами. Всего планируется отобрать 10 авторов, по одному победителю в каждой номинации. Призовой фонд конкурса – 200 тысяч рублей. На заключительном 4-м этапе победители получат возможность поучаствовать в съемках телепрограмм. Авторы лучших работ расскажут о своем таланте в эфире телеканала «Новый век». Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».